Я думаю, обязательства нужно выполнять, и Рособоронэкспорт их выполнит. А с США мы и так находимся в состоянии недопонимания с двух сторон. Мы проводим одну линию, они пытаются нас, как хозяин, свою услугу, значит, как они привыкли руководить с другими странами, остановить. Но это уже не получается. После акта Магнитского и после того, как в клубе большой восьмерки, который фактически большой семерки, нам опять указали на дверь, мы ни с кем не поругаемся. У нас есть свои стратегические интересы. Сирия – это один из этих интересов.